Всем привет! Сегодня решили провести эксперимент. Купили вот такие вот мицелии грибов белых. В инструкции написано, что нужно подготовить дерево. Вот так по кругу его обкопать. И туда засыпать содержимое вот этого пакетика. И что через 2 года у нас будут белые грибы. Давайте попробуем. Вот этот пакетик засыпается на квадратный метр. Рассчитан. Тут его, конечно, немного. Но такой запах необычный идет. Может, это яд какой-то? Не знаю. Вот, в общем-то, сейчас так вот засыпали. А теперь берем лопатку и аккуратненько засыпаем. Вот таким образом засыпаем и будем потом поливать и ждать урожайчик наших белых грибочков. Я, кстати, видел в интернете, мужик собрал два огромных ведра белых грибов. Но у него там прям как-то очень быстро этот процесс шел. Не знаю. Так, это мы сейчас засыпем. Пойдемте, я вам покажу, что у нас за сегодня мы построили. Сейчас. Закупил блоки. И за сегодня построили вот эту часть. Так, и начали строить перемычку. Перемычка из пятерки. Пока такая, конечно, она хлипенькая. Но, тем не менее. Дожди просто достали. Сегодня вот солнечно, сейчас хочу еще повыравнивать. Здесь, в принципе, нормально. Вот здесь построили, потом по системе штукатурим. С двух сторон. Эту тоже заштукатурю. Уголок будет. Все будет хорошо. Ну и потом будет крыша скоро. Я уже заказал древесину. Поэтому потихонечку до осени нужно все успеть. То, что там пишут, дурачок я не дурачок. Ну, время покажет. Может и дурачок, а может быть и нет. Скорее всего, дурачок тот, кто сидит жопой на диване. А я хотя бы пробую. Ну, в общем-то, вот так вот. Скоро будут комнатки. Все, хорошего дня. Пойдем работать и собирать белые грибы. Всем пока.